Да, там. Давай. Когда вы передвигаетесь на электромобиле, нет вибрации, нет шума, нету никакой расходной части, то, что вы тратите деньги на то, что у вас горит топливо. И у вас просто на панели прибора, вот, допустим, мы тронулись, да, уменьшился пробег на 1 километр. Все, вы как бы спокойно передвигаетесь в пространстве, не вредя этому пространству, не нанося финансового ущерба себе, потому что вы ничего не расходуете, ничего не тратите. И напоминаю, что парковка в Москве бесплатная, налог в Москве бесплатный, и проезд по платным трассам на электромобиле также бесплатный. Нравится вам это? Если нравится, то в ссылочку под описанием и, пожалуйста, приезжайте для ознакомления с электромобилем.